Глянь, это на 3 недели тебе. Картошка, вот гороха немного. Лук, а тут я тебе хлеба положила. Сам будешь готовить, не маленький. Рассчитывай, чтоб хватило. Экономь. Должно хватить. А вы знаете, что такое голод? Это когда глотаешь глазки проросшей картошки, чтобы развести посадки в животе. Это когда воруют еду, которую мама дала на долгих 3 недели. Когда ложишься спать, согрев желудок голодным кипяточком. Jusqu'à l'aube repose la terre, pas un bruit dans la... Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит? Играем в пристенок. Sa chanson, la voilà revenue, il ne fait que chanter, que revenir.